Ух ты! Вот что за обновление скачалось. Многокластерность вводят в Stalker Online. Вот это да, это уже действительно серьезный шаг такой. Вперед. Это вам не текстурки, кепочки. Это действительно уже шаг. Ну, правда, там как персонажа нового надо создавать. Вот новый питерский СПБ кластер. То есть заходишь туда и нужно нового персонажа создать. Как отдельный сервер такой. Ну, не знаю, возможно, дальше будет лучше, развиваться будет, и уже будет доступен один персонаж на всех кластерах, как в танках. Там же так реализовано. Возможно, и здесь также реализуют. Да невозможно, скорее всего, так и будет. Прям порадовали разрабы вот этой вот таким обновлением, вот этим своим введением вот этой многокластерности, многосерверности. Пусть это хотя бы еще пока что в начале, в зародыше, но это уже так, это гигантский шаг, я считаю. И показывает, что разрабы действительно хотят привлекать все больше людей и делают что-то для этого. Не просто хотят, а еще и делают. Мне кажется, это будет очень хорошо и для проекта, и для игроков. Многокластерность, большое количество людей. Потому что не нужно будет доить так сильно людей. Чем больше игроков, тем меньше им платить можно будет. Для всех хорошо. Как, сейчас как в С-зоне? Вот этими ходами они. Оружиями по 30к вексов. Ну, потому что людей мало, поэтому и все так дорого. Ну, так и приходится. Дойкой заниматься. Наглой. Так, на чем мы там остановились? Короче, вот это обновление мне вообще понравилось. Прям вот... Самое лучшее, наверное, за все время. Вот этот шаг многокластерности. Вот в этом направлении и надо работать. Это вообще приоритетное должно быть, мне кажется. Так, ладно. Молодцы разрабы, короче. Еще бы в зоне так же прошли. Вообще бы объединились бы два эти проекта и не тупили бы. Было бы супер. Так, вершина. Там эти любители чая. Худой мир. Вот на этом мы остановились. Собрать 5 пачек чая. Раздобыть 6 блоков. Ну, 6 блоков сигарет это купить, по-моему, можно. Сухпайки тоже. Ну, пойдемте чай искать. По схронам, которые я помню, пройдемся. Нет, тут не пройдем. Это тебе не из зоны. Ай, застрял. Нет, вниз. Че, бежит она за мной? Ты что-то лагает все равно. Никто не уходит, наверное, на тот сервер. Не играет там. Хотя народу все равно и так мало. Кто тут уходить? Так, давайте посмотрим, тут продаются сигареты-то. Митрофан. У тебя раньше продавались. Да, вот блок сигарет. А может быть и чай тут продается где-нибудь? Да я не знаю просто. Фиг знает. Да что ты. Вряд ли чай продается. Пойдемте искать. Вот такая вот обнова. Прям действительно рад. Так. Так, ну как же пойти-то лучше? От гурмана там те схроны начать шерстить. Которые точно помню, в которых чай должен быть. Ну пойдемте.
Так, так, что откидывает-то? Ой-ой-ой, сколько вас тут? Ну вас нафиг. Вот главная задача оптимизации и многосерверность. По-моему, это вообще прям как молитву они должны. Фига себе, сильная шапка. А все эти текстурки, кепочки, нашивочки, это все, это косметика, вся эта бабские штучки, это все потом. Вначале основное надо. Не, ну без этих штучек, конечно, тоже, они тоже важны. Это атмосферу придает. Ну, по-моему, это не самое важное. Вот тут разрабы это усвоили. В каком направлении двигаться надо. Пищат, как будто я наступил на них. А, кстати, надо было зайти чай в этом же. В универмаге чай есть. Пойдемте туда. И чай, и специи. Ну, было, по крайней мере, так. В зоне сейчас так. Не знаю, как тут. Это так и стоит там, замерзшая в стене, застывшая. Где ты? Блять, ты мертвая уже так рычала. Так, тут лешие. И ПКшники, да? Не, где ты? Ну? Поорал, поорал. И не стал кидаться. Вот они. Блин, да много их тут. Сейчас все как набегут. Ну, конечно. Да блин, сейчас сдохну. Блин, кусает. Гад. Блин, много их там еще. Офигеть их тут. Да ты отвали, сука такая. Паскуда. Давайте, короче, сюда ваши трихомудии. Я хоть попродаю с вас. Хоть не на халяву. Где он? Отвык же от игры. Так. Специи. А чай? А компот? Стакан. И сколько придется тут
караулить. Так, две пачки у меня есть чая. Еще три надо. Да больше надо. Для гурмана же тоже чай понадобится. Вот интересно, сколько тут придется шарахаться. Где он? Пыхтит где-то. А внизу там что-то нету нифига. Или может быть пропадают они, эти коробки, когда подходишь. Фиг. Все продадим. Ага, вот еще витамины. Это для падения черного ястреба понадобится. Скорее всего, тут точно так же все в квесте, ничего не изменилось. Ай, блядь. Ну, я не знаю, что стоит тут оставаться или дальше идти. Пойдем-ка, наверное, что тут оставаться? Ну их нафиг. Правильно, к нему бегите. У меня ничего нет. Пойдемте, попродаем на гурмане все, что нашли. И походим по тем схронам, которые я помню. Поищем чай. Скорее всего, они тут в тех же точно местах. Сейчас выясним. Кстати, водичка кончается. Последняя порция. Надо костер сейчас с собой взять. Накипятить воды. И мясо пожарить. Так, для гурмана у нас ничего нет. А, голову же. Вот так они раздобыли. Ну, может быть, еще и медведя убьем. Так, стрелок. Нет. Специи выложим, стакан, витаминки. Это все попродаем. Аптечки нет с собой взять. Вот две пачки есть чая. Костер возьмем. Так, маленьких. Блин, что маленьких нету? А, вот они. Три штуки, давай. И патронов надо прикупить. Хвосты забирай, волосы, всю эту хрень. Пойдемте еще немножко патронов прикупим. Вот.
Ну нет, три пачки. Все, хватит. И пойдемте. Так, можно вон там походить. Нет, пойдемте вон там. Я прям точные координаты не помню. Да тем более тут и карта немножко другая же. Отличается. Да блин, поднимайся ты. Поэтому будем на ощупь. На удачу. Искать эти схроны. Кто это? Ах ты падла. Паукообразная. Вот гад, а? Два гада. У меня есть противоядие. Блин, ну вот где-то тут должен быть. Сдох, что ли? Быстро. Окочурился. Тут и деревья какие-то немножко другие. Что-то они легко дохнуть стали. Деревья немножко другие тут, блин. Что-то они реально легко дохнут. Так, вот здесь, да, схрон? В этой зоне. Да, вроде бы. Если бы они еще не пропадали под носом, а то вот бывает же, да, подходишь, он пропадает. Ага, вот эти мелкие суки, они намного живучее больших. Блять, пока эта анимация пройдет, тебе уже кабан сожрет, блять. И не убежать от него, от этой мелкой сучки. Непонятно, почему их сделали крепче, чем больших кабанов. Больнее бьет, реально. Еще и не попасть в него. Гораздо опаснее они, чем большие. Так, вот схрон. Ни хрена тут нету. Ну-ка давайте возьмем, может быть это все дороже стоит, чем в зоне. Отдадим. Так, следующий схрон. Сейчас туда до верлиок дойдем. Такая серия, в общем, будет. В поисках чая. Так и назову, наверное. Ну чё, нету что ли? Так, следующий где-то здесь. Ну тут, блин, говорит, даже деревья не так, не так, не те, что в зоне. Поэтому ориентироваться трудно. В зоне-то точно места эти не помнишь. Ну там хоть и примерно, а тут все по-другому. Так, вроде бы тут, да, или нет? Или нет, вот здесь, по-моему, был. Вот он, ага, точно. Вот, блядь, опять крема какие-то.
Ладно, все возьмем. Добавили бы кнопку взять все. Вот эти старые дряхлые кабаны легко убиваются. Вон, с одного патрончика. А у мелких дофига хп. Так что мелочь пузатая гораздо опаснее старых хряков. Так, крест взял. Ну вот. Теперь вот здесь будем искать. Так, правильно отхожу вроде бы. Вот здесь схрон. Где-то. Ах, мелкая падла. Блин, не вижу. Это вот как раз, между прочим, самые чайные такие. Ну, в зоне, я не знаю. Ай, блядь, двое. Ты посмотри, он вообще непробиваемый. Обойму надо всадить. По-моему, это неправильно, что мелкие кабаны неубиваемые. Блин, где он? Вот он. Ты дохлый или нет? Нет, стоит. Лечится. Ладно, ищем дальше. Где второй-то? Вон Верка. Лучше сразу убить. Не дожидаться. Так, где вторая козюля эта? Кабанчик. Неубиваемая гадина. Сыроежка. Я костер не потерял? Потерял, конечно. А где он там у меня выпал? Блин, ну вот. Как найти? Костер? Марка, вот он. Костер понадобится. Сейчас воду наберем. Надо будет сварить воды. Ах, вы падлы. Ну, что-то не кусают они. Куча лапок. А схронов нет. Так, вон кабанина. Кто-то тут тоже по схронам, что ли, лазил? Пусто, нету. Не вижу, как вот. Гильзы. Ничего хорошего. Ух ты, тут насажали кустов.
Так, смотрим здесь. Нифига. Теперь вот здесь. Тоже нифига. Ладно, пойдемте на ту полянку. Да, прикольно насажали тут деревьев побольше. В зоне совсем все лысое. Ну там некогда деревья сажать в зоне разрабом. Они же оружие там 60 уровня делают. По цене 100 тысяч рублей реальных. Когда им деревья сажать? И серверами заниматься. Сходки устраивают. Некогда. Какие сервера-то? Вы что, с ума сошли? Так, а вот это не она, эта поляночка? Она вроде бы. Че это я мимо чуть не прошел? Давайте искать схроны. Красиво, да? Сделано солнышко. Блин, как будто бы и то, и не то. Не, ну полянка-то. Вот схронов я не вижу. Ну вот деревья-то насажали, они с толку сбивают всякие. Новшество. Так, вот здесь точно должен быть схрон. Нету. Вот здесь должен быть. Тоже нету. Так, стоп. Нет, оказалось. Вот здесь тоже нету. Ну говорю, они, может быть, просто не отображаются. Тут же есть такой баг с пропаданием. Вот, может быть, он еще способствует. Так, здесь тоже ничего. Где-то стреляет кто-то, не пойму, кто там пробежал. Сейчас выбежит вон там. Обломов и так, вот здесь должен быть схрон. Фигушки, может быть, он продается, этот чай где-то, а? Никто не знает, не подскажет в комментах. Где же его раздобыть-то? Ладно, пойдемте дальше. Может быть, тут тоже пылесосов-то не меньше, чем в зоне. Поэтому не видно схронов. Так, вот здесь должен быть. Нету нифига. Верки на месте. Какая-то она маленькая была. Совсем. Вон бежит, надо быстрее газу давать.
Так, вот здесь хрон должен быть. И вот здесь. Опять же, ни хрена. Пойдемте респ возьмем. Сейчас, короче, в сторону и морька туда будем выдвигаться. Ну, если не найду. Хотя вообще надо серию-то заканчивать уже. Так, тут тоже должен быть где-то схрон. Не пропустил ничего. Сейчас респ возьму. Еще в одном месте тут проверю. Схрон. Нету, так нету. Так, все взял. Че у тебя там сойдешь, что ли? Так, вот здесь сейчас. Блин, я туда пошел, нет? Да, вроде бы. Вот здесь он. С ориентированием на местности у меня беда. Нету. Ну да, вот здесь где-то он должен был быть. Нету нифига. Короче, фигня это все, специально искать чай. Не, ну за кадром можно там день убить, поискать. Но надо не так сделать, надо просто играть. И со временем, как чай подкопится, уже продолжить этот квест. Наверное, так и сделаю. Ну, в следующей серии я все равно уже до Ямарка дойду. И потом вернусь. Ладно, на этом закончим.